Этой ночью произошел взрыв на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе в Красноярском крае. Сообщение об этом спасателям поступило в 23:53. В ректификационной колонне завода произошел взрыв. Колонна разрушилась, из нее вылился газ. Он начал гореть на площади 400 квадратных метров. Очевидцы сообщают, что взрывная волна ощущалась по всему городу, а ближайшие здания около завода получили серьезные повреждения. В результате ЧП погибли 5 человек, госпитализированы 7. Еще судьба троих пока остается неизвестной, сообщают в Главном следственном управлении Следственного комитета региона.